Лара, надо поговорить. Что это? Вот об этом я и хочу поговорить. Встретимся во дворе. Эй, Лара, иди сюда. Надо поговорить. Вот. Что такое? Тринити еще здесь. Что? Я думала, они все на ритуале в Пайтите. Видимо, когда сошел Силь, они оказались отрезаны от остальных. Они обнаружили руины под землей и разбили там лагерь. Это склеп. Местные говорят, его построили для жрецов Зипакны. Древнего бога гор. И вулканов. Мы к этому вернемся. Склеп примыкает к храму Зипакны. Многие сейчас ходят в этот храм. Ходили, пока не явились незваные гости. Вот почему толчки и выбросы не прекращаются. Зипакна злится, что про него забыли. Так вот, Лара, я подумала... Можешь что-нибудь сделать? Мне неловко просить. Хорошо. Спасибо. Такое облегчение. Что? Уверена, все не так уж и плохо. Ты не знаешь, что было прошлой ночью. У меня нет столько места. Больше я не унесу. Я не понимаю. Много общего с креольским.
Этот символ мне не знаком. Я знала, что у них должен быть генератор. О, хорошо. Посмотрим, что я просмотрела в потемках. Я знаю, что будет, если выбрать не ту дверь. Ничего хорошего. Я знала, что этот символ важен. Надо только набраться терпения. Знаю, просто... Эбби, это Лара. Я в лагере Тринити. Они тут охраняли фигурку краба. О нет, это краб Зипакне. Неудивительно, что земля ходит ходуном. Эбби. Краба нужно отнести обратно в храм, на место. Ладно, отнесу.
Кажется, впереди я вижу храм. Перед ней какая-то деревня. Это он. Надеюсь, жители скоро смогут сюда вернуться. Надо пройти через церковь. Осторожно, здания могут рухнуть. Может быть, Тринити уничтожили мост. Ты переберешься. Нужно сместить центр тяжести. Я внутри храма. Зипакна ест краба. Любимое лакомство. Мает.
что-то здесь. Лара? Все нормально. Я вижу Зипакну. Приближаюсь. Чего-то нужен. Просто красотища. Должны быть еще переключатели. Если найти все, Зипакна снова окажется наверху. Этот брус для чего-то нужен. Катушка позволит их повернуть. Позволит их повернуть. Thank you.
позволит их повернуть. До верхней платформы. Я смогу дотянуться до верхней платформы. Видимо, краба забрали отсюда.
Эбби, я в храме Зипакны. Они тут меня поджидали. Украли краба, чтобы заманить меня в ловушку. Господи, ты не ранена? Я в порядке, и краб теперь на своем месте. О, прямо гора с плеч. Спасибо. Надеюсь, ты не опоздала. Скажи Ионе, я скоро буду. Значит, все это была подстава? Да, они сидели в засаде, ждали, когда я приду с крабом. Ха, это можно счесть за комплимент. Они в тебе не сомневались. Спасибо тебе, Лара. Краб вернулся на законное место. Пепла больше нет, толчки прекратились. Не уверена, что это все моя заслуга. Но все равно, милость богов лишней не будет. Когда в твоей жизни случается что-то хорошее, надо радоваться.